что сегодня я вам покажу мою куклу Мокси. Она вот такая. Ей можно расчесывать волосы, ну, красить волосы, и можно красить ногти. Еще у нее есть плойка, ее можно плойкой там делать. Еще можно себе там раскрашивать волосы. Вот, видите, у нее уже раскрашены волосы. У нее это такая розовая, светло-розовая такая кофточка с такими рукавами красивыми. Такая мне куколка. У нее вот видите, такие уже косички раскрашены. И еще по бокам у нее там есть косички такие же, как внизу у нее косички. Покажу мою Мокси Эйвари. Она умеет в футбол играть. У нее есть такие кеды и даже кроссовки. Спортивная форма есть такая с полосочками, шортиками. Она номер 7. У нее есть футбольный мяч вот такой вот, как у всех. И кофточка желтенькая. Вот. Она любит, Мокси любит очень играть в футбол. Вот она. Сегодня вам покажу мою куклу Мокси Лекси. Она играет в теннис. У нее такая ракетка теннисная и мячик желтенький. Еще у нее есть футболочка и шортики беленькие. Еще у нее есть такие кеды. И сумочка оранжевая. Да. Ну. На сумочке есть липучка. Она может расстегиваться, застегиваться. Можно туда мячик ложить и ракетку теннисную. У нее такие волосы, тут маленькие резиночки, они длинные такие. Ее можно расчесывать и расплетать, заплетать самой ее. Сегодня я вам покажу Мокси Софину. Она балерина у меня. У нее есть балеринная одежда, юбочка фиолетовая и маечка. Еще у нее есть фиолетовая красивая корона. Еще у нее есть вот такие вот, ну, туфельки балеринные. Туфельки. Еще у нее сгибаются ножки, ручки. Она вот так может стоять. У нее снимается корона. У нее волосы длинные, два хвостика. Сегодня я вам покажу мою Мокси Софину тоже. У нее есть такие липучки, можно украшать волосы, расчесочка, можно ей расчесывать волосы, плойка, и можно разукрашивать ей розовым цветом волосы. У нее есть кроссовочки, юбочка и футболочка. У нее такие косички разноцветные и сердечки тоже такие, можно украшать волосы ими. Ну, они тоже, их можно снимать, одевать, и липучки тоже вот такие. Можно снимать и одевать, украшать волосы.
І що собі можна украшати волоси. Їй можна свої косички заплітати. Сьогодні я вам покажу мою куклу Моксі Софію. Вона фея у мене. У неї є фіолетові колготочки. У неї біленька бабочка, але в темноті вона світиться. У неї ще є синя розчесочка, їй можна волосы, прически делать, ну косички заплітати, розчесувати її. У неї ще є крилья, вона порхає, як фея. Я вам покажу моєго куклу Овена. У нього є лижа з паличками, сумочка і шарфік з шапкою, курточка і рубашка, ще штани і спеціальні ботиночки. Можна такий сніг. Із нього можна робити настоящий сніг. И Оуэн встает на лыжи. Он катается на лыжах. У него есть теплая одежда, чтобы он не замерз. Вот. У него такие волосы. У него такая модная прическа, он весь такой модный. Сегодня я вам покажу мою куклу Софину. Она умеет ездить на таком красивом сноуборде. Тут сердечки у него, он весь розовый. У нее есть такая замечательная шубка и сапожки розовенькие. Еще у нее есть такой снег, если туда добавить воды, он будет как настоящий. У нее длинные волосы, она катается, у нее развиваются волосы. У нее, когда она едет на сноуборде, она загинает ножки. Ее можно расчесывать такой розовой расческой. Вот как она катается на сноуборде. Сегодня вам покажу мою куклу Мокси. Ее зовут Лекси. Она учится в музыкальной школе. У нее есть микрофон, гитара и скрипка. И компьютер. У нее есть два костюма и очки такие с сердечками. Сегодня я вам покажу мои куклы Мокси. Их тут в комплекте три. Эвери,
Лекса. Лекса і Іда. Тут їх три. Тут є маленькі заколочки, великі. І от ці от куклі можна міняти голову. І вийде, що вона друга кукла. Її зовуть по-другому. І тут є розчоска. Можна міняти прическу. Пока, с вами была Даша, записывайтесь на наш канал, ставьте лайки.